Боже, откуда их так много? Чего так много скелетов? Их здесь бесконечность просто. Ребята, еще. О боже. И это, ребята, подозрительно выглядящий газ. Ну чё, ребят, всем привет, вы на канале Корн Стикс, и сегодня у нас Террария. Как видите, у меня появился вот этот джезл. Пока вас не было, я его, короче, раздобыл. В сундуке в пещере нашел. Короче, я пошел в пару пещер, как видите, сундуки еще поставил. И вот здесь у меня будут вещи. Ё-моё, в каком-то сундуке я ставил вещи. Тогда ё-моё. Вот, смотрите, вот здесь вот все мои вот эти зелья, всякие руды. Как видите, я уже много раздобыл всяких серебряных руд. Сейчас, короче, ребята, будем крафтить, все делать, прокачиваться. Так, это что такое? Земляная бомба-липучка, земляная бомба-липучка. Можно сделать земляную бомбу Стоп, чего? Можно сделать из липучки бомбу и плюс 25. Окей. Ну, по сути, так же выгоднее. Короче, делаем земляную бомбу-липучку. Также у меня, как видите, есть простая земляная бомба. Так, а что эти бомбы делать, я не пойму. О, смотрите, я могу сделать зачарованный бумеранг. Окей, тогда все делаем, все это нам обязательно понадобится. Давайте удочку сделаем. О, я могу сделать броню, давайте сделаем броню. Почему я на прошлой серии не сделал броню, кстати? Если не смотрели прошлую серию, обязательно, ребят, посмотрите. Очень интересно. Так, бомбы... Давайте... Нет, я хочу все-таки оставить бомбы липучки, они, по идее, имбовые такие бомбы. И делаем бомбы липучки, не знаю. Пусть будет... В принципе, так. У меня бомбы все закончились, окей. Я хочу посмотреть, что делает бомба-липучка обычная. Так, давай. Надеюсь, сейчас не взорвет мой дом. Так, давай в ту сторону, а то там пещера у нас. Там... А что здесь написано? Небольшой взрыв, разбрасывающий земли. Так. Он что, будет сейчас земли разбрасывать? Ё-моё! Чё за жесть? Он что? Я думал, сейчас он взорвет и вся земля просто разлетится. А здесь наоборот. Земля появилась из ниоткуда. Ну слушайте, по идее, это имба, потому что зомби начнут бежать ко мне, а я возьму, брошу эту бомбу и... Так, ё-моё, слизень, ты чё бьёшься? Кстати, смотрите, вот как работает вот этот жезл. Он, по сути, вообще имбовый, смотрите. Хопа, все, убил слизень. Теперь слизень для меня не помеха. Теперь я вообще могу их спокойно убивать. И только что, как видите, скрафтил бумеранг. Он... Так, ну смотрите, он слабее все таки Ё-моё, смотрите, он намного лучше, чем обычный бумеранг. Теперь я, блин, как бумеранг из ПВЗ, только прокачанный. Ё-моё. Да, почему у меня в голове только ПВЗ? Так, ё-моё, ну, всё-таки, мне кажется, бумеранг намного лучше, чем вот этот джезл. Да, ну, будем использовать и то, и то. Так, сегодня, ребят, я хотел сходить... В сегодняшнем ролике цель будет такая. Я схожу, найду всякие... Локацию почвы и вообще разные вот эти вот локации. Короче, ознакомлюсь с миром и прокачаю, сам по себе прокачаюсь. Будем, короче, немножко прокачиваться, потом, возможно, хотя нет, я сначала сделаю броню, нормально уже, а потом уже, возможно, будем сражаться, ребята, с боссом. Но не в этой серии, конечно, я все это не успею сделать в одной серии. Так, пустыня, погодите, с той стороны же пустыня. У меня что, и с той стороны пустыни? А, не, смотрите-ка. Так, музыка меняется. Так, если погромче поставлю. Так, ой-ой-ой. Так, ну смотрите, музыка поменялась. А это, ребята, порча, ё-моё. Ну вот эти твари, конечно, вообще жесткие. Давай я лучше карту уберу, то... О боже, неудобно. Так. Смогу ли я убить их своим бумерангом? Супер зачарованным бумерангом. Да ё-моё. Они еще летают, блин, это неудобно. Тогда я лучше вот так вот сделаю. У меня кнопка не работает. А, вот все. Так. Ой, капец, они жесткие. Больно бьются. У меня. Я даже броню скрафтил, они все равно капец больно бьют. На, получай. Так, то все-таки так удобнее, конечно. Но нет уж, ребят, есть явно нужно делать новую броню. Вообще они, блин, такой у них жесткий дамаг. Смотрите, вот один раз сейчас меня ударит, и капец. Так, ну я постараюсь не позволить ему бить. Так. Ну, в принципе, можно убежать, по идее. Хотя их здесь столько, дофига этих пожрать. Как их назовут? Как они называются вообще? Как эти мобы называются? Так, кто это? Пожиратель? Пожиратель душ, нифига себе им имечко дали.
Да, ну, видимо, реально опасно, их души пожирают. Так, ну давай, наверное, лучше... Хотя, ладно, сейчас я пройду через этот адский путь, ё-моё. Интересно, вот смотрите, пройти через вот эту локацию, это, блин, отдельная задача, да ё-моё. Капец, вот просто посмотри на мой ХП. Это жесть какая-то. Пройти через эту локацию, блин, отдельная задача, совсем другая миссия. А, ну смотри, там дальше лес идет. Как там называется? Порча. Лес порчи. Испорченный лес. Да. Так, а теперь прыгаем. Ой. Прыгаем. Да ё-моё, все, возвращаемся домой. Быстрей. Все, меня чуть не ребята не убили только что. 9 хп, да. Короче, давайте лучше сейчас сделаем броню. А перед этим, чтобы сделать броню, нужно, конечно же, сделать печку. Так, а печку я сделать не могу, потому что у меня нет камня. А камень у меня в сундуке должен быть. Да, отлично. Берем все нужные вещи. Сейчас будем, ребята, крафтить. Что-то делать, мудрить. Здесь у меня хоть что-нибудь получится. Хоть, не знаю, ну, хотя бы немножко броню получше. Так, где у меня здесь костер пустыни? Нифига себе. Так, новый костер сделаю. Чисто по приколу. Пусть у меня будет. Не знаю, зачем, но пусть будет. Также давайте сделаем звезду бутылки. Короче, здесь, ребята, в Террарии очень много вещей. И я не очень все понимаю, зачем мне все это нужно прям. Да. Как видите, у меня еще... А, давай я надену костюм чужого. Будем иногда вот так менять костюмы. Вот, теперь чужой. Так, теперь ставим печку, куда мне его поставить. Ну, давай вот сюда где-нибудь. Все нормально. Надеюсь, дверь откроется. Отлично. Все прекрасно работает. Теперь. Смотрите, я могу сделать слитки. Давайте сделаем несколько штук. Так, точнее, не несколько штук, а на все ресурсы, которые у меня есть. Так, и сколько? Ну, два лишних у меня оказалось. Теперь я могу... О, тыквенный пирог. Давайте сделаю тыквенный пирог. И еще могу сделать. Ну, давайте сделаю. И еще. Все, три. Три пирога хватит. Теперь делаем железные слитки. Вроде из железа может тоже что-то сделать. Так, и теперь мне нужно... А, мне еще нужно сделать наковальню вроде бы. А как наковальню сделать, ребят? Кстати, а, смотрите, у меня еще вагонетка есть грибная. Я ее, ребята, получил тоже из сундука. А, еще обогатитель, ё-моё, у меня столько вещей, ребят. Давайте, наверное, уже сейчас дом сделаю. Сейчас я обрежу, когда я буду делать дом. Короче, расширяться будем, чтобы новые вещи сделать. Короче, ребят, вот что у меня получилось. Это, конечно, не полноценный дом, но хоть немножко так расширил территорию. Кстати, пока я делал вот эти вещи для моего дома, я еще, смотрите, заметил то, что все-таки наковальню я могу скрафтить. Давай я сразу. Опа! Даже достижение получил. Сразу же скрафтим. Позже я, ребята, еще хочу сделать тыквенный дом в честь Хэллоуина. И там будем мы проживать или что-нибудь делать, вообще не знаю. Давайте также сделаем огненный стрел. Короче, ребят, вообще конкретно прокачиваемся мы. Очень круто все. Так, вот, теперь у меня чисто вот эти огненные стрелы, ну, почти. Еще двух стрел не хватает, но это вообще ерунда уже. Так, это что такое, люк? А зачем мне люк? Да, есть, конечно, вообще очень много вещей всяких. Вот, еще из тыквы я сделал дверь, но позже я уже потом сделаю. И, кстати, пока я добывал, ребята... Боже, выйди. Пока я добывал дерево, мне вот эта фигня выпала. Называется жезл живой древесины. Помещай живую древесину. Не знаю, зачем. Но я пока что не тестил, что эта вещь вообще делает. Давайте сейчас посмотрим, может чем-нибудь полезно. Ну, хотя там урона нет, поэтому навряд ли она наносит вообще хоть какой-то урон. Мне кажется, какой-то декоративной вещи, что ли. Так, ну, уходите. Так. О, смотрите, здесь вот эта вся земля заросла. Помните, я в начале ролика взорвал земляной бомбой здесь землю. И вот, заросло уже все. Так, хопа. А, смотрите, это как дерево, только оно немножко другое. Это как в Майнкрафте. Обтесное дерево. Вот то же самое в Террарии. Окей. Так, ну все, давайте уже здесь закончим все с этим. Так, ё-моё. Так, лучше давай возьму. Сейчас, где у меня бумеранг? Где мой бумеранг? Где... Не понял. Так, заходим быстрее домой. Боже, как же неудобно. Так, где мой бумеранг? Я не понял, ребят. А, вот, боже, слился с фоном. Так, а ну уходите отсюда. Блин, твари, уходите быстрее.
Ё-мо, капец, смотрите, мой бумеранг мощный, он намного мощнее, чем... О, опять мешок с добром. Так, ну, давайте посмотрим. Тухлое яйцо? Чего? Ребят, это уже не костюм, смотрите-ка. Дистанционно. Лучше всего подходит, чтобы нервировать горожан. Так, ну тухлое, значит, уже что-то плохое. А, ну смотрите, оно носит урон. Это, походу, оружие в ближнем бою. А, дистанционный урон. Хоп, хоп. Ну, это чисто для рофла сделана такая вещь. Да, чисто Короче, для прикола. Так. Все, ставим наковальню уже. Чё мы тянем, блин, слишком сильно. Так. Чё за фигня? Отлично. Давайте скрафтим... Опа, серебряный шлем, ребята. Давайте скрафтим серебряную броню, да. Вот, правда, я... Могу скрафтить только вот эту серебряную кольчугу. Остальное я вообще никак не могу скрафтить. Ну и да ладно. Так, железный молот. Ну давай молот попозже будем делать вообще. Вот это все попозже. Сейчас моя главная цель, ребята, это... броня. Хотя, может, даже с этим моя защита как-то улучшится. Давайте попробуем. Все. Все-таки сегодняшний ролик, ребята, будет посвящен порче. Будем, короче, смотреть, что там да как. Так, там звезда упала, смотри-ка. А, как раз-таки из этой звезды я сделал вот этот свой супер-бумеранг. Пока что вот этот бумеранг мой счастливый кандал. Чего, ребят, новый аксессуар. Плюс одна защита, ебой. Ну все, ребят, сейчас я уже намного мощнее. Так, теперь у меня, смотрите, на руке вот этот кандал. Там, конечно, плохо видно, но все-таки появилось там на моем скине. Короче, кандал это типа сломанные наручники, типа того. О, я, кстати, в глаз попал, видели? Так, ворона. Хотя пусть живет. Так, ай-яй-яй-яй. Я ничего не вижу, ребят, вообще нифига. А если звезду возьму в руки? Боже. Не, что за жесть какая-то. Так, давай я лучше сейчас возьму факела в руки. Я могу здесь сесть левой рукой, нет? Походу нет. Ладно. Так, возьмем вот эту штуку. Так, ну все нормально. Все, погнали. Здесь я пройду через вот эту порчу. Вот мне интересно, что находится за порчей. Я все время умираю там и не могу посмотреть, что там находится. Интересно же все-таки. Поэтому вот все, идем в поход ночи. Конечно, ой, как небезопасно это все делать. Ну ладно. Вот я уже подхожу к этой, блин, заражению порческую. Ё-мы, зачем так много фонариков кидаю? Короче, сейчас ночь, как видите, луна, месяц и монстры. Тупо бежим. Так, буду смотреть иногда на карту, чтобы пройти, ребят. Надеюсь, я выживу после этого похода. Так, лишь бы дойти до конца почи. Так, бежим. Главное не оглядываться назад и не смотреть вообще никуда. Так, прыгаем. О, вы это видели? Нифига себе. Так. Блин, еще вот эти кусты колючие. Даже они наносят урон. Так, вот до сюда я дошел, а дальше я, ребята, не выжил. Меня убили, к сожалению. А, нет, я этот, убежал. Но меня в любом случае убили. Так, я не вижу, ребята, нифига. Еще стрелять вообще неудобно. Не, давай лучше все-таки возьму жезл. Он, конечно, слабее, но он... Да ё-моё. Но он, блин, поудобнее был бы. Ладно. Погнали еще раз. Дубль 2, ребята. Ну, если не считать первый, где первый раз пошел. Хотя, скорее всего, дубль 3. Так, аккуратненько проходим через них. Так, надеюсь, я... Опа. Блин, они меня толкают, капец. У меня уже 120 хп, ой. 90 хп и 120. Боже, смотрите. Кусачий капец. Чё у них такой урон жесткий? Зачем их делать такими мощными? Я же даже... Я только на легком режиме, потом будет, ребята, еще. О боже. Потом будет еще сложный режим, который будет еще труднее. На своем опыте узнал, что такое дефенстрация. Боже мой. Ладно, погнали еще раз. Ребят, решил я спуститься в пещеру, потому что слишком глупо идти в порчу в фиговой броне, плюс еще в темноте. Поэтому, да, боже, я не могу отсюда выбраться. Немножко походим в пещере, а потом уже, когда я найду нормальные, боже, что я хотел сказать. Короче, нормальную броню скрафчу себе, вот тогда уже пойду, буду готов. А то сейчас я, блин, ни с чем иду к
к ним. Там, конечно, вообще очень опасно. Так, боже, не лагай, не лагай, не лагай, пожалуйста. Так, 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 там что-то было. И это что? А, это олово, окей. Олово мне не нужно. Там еще, кстати, было зелье с шахтером. Нужно будет потом выпить. У меня дома. Смотри, я завалялся. Она может... Боже... Чё? Что за тварь? Так, 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 ребят, я должен узнать. А то я ночью не усну. Так, хотя, скорее всего, наоборот, если... Так, чё за, блин... Слизень, эй, уходи. Смотри, какой-то скелет. Утопленник, что ли, чего? Давайте посмотрим. Чё это такое вообще? Так, в террарии, конечно, очень много всего. Это нужно все смотреть. Да, мне кажется, даже человек, который играл очень много лет в террарию, и до сих пор играет, до сих пор не... знает не все про эту игру. Если, блин, я не знаю, знать все про эту игру, это... совершенство. Новый уровень человека. Так, опа, вот оно, серебро, добываем. Ё-моё, ребят, только посмотрите, сколько здесь этих скелетов. Так, ну там явно должен быть хоть какой-то сундук, поэтому давай я лучше все-таки поднимусь сюда. Вот, правда, боюсь, я убьет меня там вообще спокойно, но... Давай как-нибудь проберусь. Хотя у меня, смотри, бомбы есть, и в принципе, я могу как-нибудь закинуть туда бомбы и выжить. Ну давай что-нибудь придумаем. Сейчас я его здесь откопаю, смотри-ка. А, у меня же есть липкие бомбы, да? Да, у меня есть липкие бомбы, смотри. Сейчас я здесь откопаю. Сейчас все будет, смотри-ка. Эти зомбари упадут вниз. И там я их взорву. Так, короче, сейчас все будет, ребят. Смотрите, вот здесь копаю блоки. Надеюсь, сейчас меня не убьют. Так, теперь бросаю туда бомбы. А, они что, умные, что ли? Они, смотри, не прыгают туда вниз. Нифига себе, они жесткие. А, нет, смотри, теперь прыгнул. Короче, все вот эти умные, один тупой из них оказался. Так, окей. Вот эти летучие мыши, блин, меня напрягают, если честно. Я хочу туда как-нибудь закинуть вот этот джезл, но у меня не получается, как видишь. Так, 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 закидываем бумеранг. Так, я хочу взять бомбу. Берем бомбу, закидываем и прыгаем. Здесь я... Так, так, так. О, смотри, красножирная плита. А, это под ловушка была только что. Ах, вы твари. На, ё-моё! Бьём. Офигеть! Они там еще, блин, большая часть внизу осталась. Все, короче, выжили, ребят. А вот она и наша, ребята, драгоценность. Ради чего я, блин, убил столько скелетов. Так, 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 так. О. Они меня дальше бьют. Капец, еще эти скелеты, капец, какие сами по себе мощные. У меня, ребят, 50 хп. Пожалуйста, сдохните. Уходите, уходите, уходите. Уходите, уходите, пожалуйста. Скелеты, я вам не желаю зла. Просто уходите. Все, наконец-то. Боже, забираем все подряд. Так, в первую очередь откроем сундук. И это, ребята, подозрительно выглядящий глаз. Все, ребята, можно сказать, босс у меня уже есть. Я, конечно, его еще не убил, но призвать я его уже могу. Как босс, все отлично. И зелье здесь топовое. Ну, слушайте, вот это я клад, конечно, нашел. Ого, смотрите, еще какой-то пистолет получил. Смотрите, когда стреляю, здесь вот такие вот искорки появляются. Так, ну прикольно, слушай. Так, вот это что такое? Так, видимо, тоже какой-то полезный предмет. Давайте тоже. О боже, скелеты опять. Боже, пожалуйста, уходите. У меня супер зелье, которое хилит. Мне 100 хп. Боже, как этих скелетов много. Не, ну слушай. Вот здесь вот реально помогает сильно... вот этот мой жезл, потому что он пробивает этих скелетов насквозь. Смотрите, могу так оставить, хоп. И теперь они когда подходят, они получают урон. Да. Оба, оп. Так, так, так. Боже, откуда их так много? Чего так много скелетов? Их здесь бесконечность просто. Ну, уходите, давайте, быстрее. Боже, все. Там что, ферма скелет? А, смотри, там вот эта штука, которая призывает этих скелетов. Так, значит, кидаем бомбы. Сейчас вот, видите, там вот эта статуя, которая, блин, боже. Короче, нужно быстрее, ребята, отсюда уходить. Бежим. Видите, там, блин, ферма скелетов у них. Так. Боже, я не хочу воевать с этими скелетами. Нет.
Нет, боже. Да, меня все-таки убили, ребят. Да, скелеты, конечно, мощные. Но зато я получил призывалку вот этого глаза Ктулху. Итак, заходим на ковальню. И здесь у меня есть, как видите, изумрудный крюк. Я могу сделать, ребята, изумрудный крюк. Все, отлично, крюк есть. Так, так, так. А, он здесь валяется у меня, ах ты, тварь. Так, давайте сейчас я, боже, положу что-нибудь в сундук, а то мне вообще переполнено. Вот это, не знаю зачем, удочку. Это все тоже ложим. Сигнальная ракета теперь мое новое оружие. И у меня, ребята, появился крюк. Давайте сразу экипируем и получим достижение «Держись крепче». Смотрите, теперь я могу так делать, хоп, и залезать, как обезьяна, туда-сюда. Так, и как видите, я могу вообще спокойно сюда залезть, не используя никаких дополнительных блоков. Ну, слушайте, крюк в начале это просто, блин, вообще пушка. Так, давайте теперь возьмем рельсы есть. А зачем рельсы нужны? Так, окей. Наковальня. Это у меня наковальня, да? А сейчас я хочу сделать слитки, во-первых. О, опять супергерой зомбарь. Так, ну это, походу, хэллоуинский костюм у него такой. Делаем железные слитки. Так, сколько у меня там? О, на все хватило. Теперь делаем серебряные слитки. Здесь у меня поменьше, конечно, будет. Так, платиновый слиток. И один вольфрамовый слиток. Все, отлично. Вот так вот, ребята, у нас получилось. Давайте еще сделаем огненные стрелы до конца. Липучие бомбы. Они мне спасли жизнь. Ну, помогли мне пробраться в том... туда. Я надеюсь, вы хоть что-нибудь поняли сейчас. Так, давай сделаю железный шлем. Я могу еще не... А, я могу бутсы железные сделать. Шлем, к сожалению, ребята, не хватает. Ну ладно, давайте сделаем серебряный клинок. Так. Хотя это урон... Не, клинок делать не нужно. У меня, в принципе, есть вот этот жезл. Но самое главное в том, что я пошел в свою... вот эту... Самое главное то, что я пошел в шахту, это подозрительно выглядящий глаз. Призвать глаз Ктулху. Кто там задавал вопрос, как получить... как призвать босса, то вот, ребята, первый способ, как его получить. Просто в шахте находите вот этот глаз и... призывайте его ночь. И страдайте, пока он вас не убьет. А теперь, ребята, я уже действительно верю в себя. То, что я все-таки смогу дойти уже до этих тварей. Порча, вот. Так, ну что ж. Используем сигнальную ракету. Вверх. И погнали. Как раз уже, смотрите, уже утро наступает. Опа, сигнальная ракета вернулась. Нифига себе. Так, должно быть, эта ракета наносит дополнительный урон. Ну, ладно, посмотрим. Все. Кушаем пирог. Теперь у нас на 8 минут повышает все характеристики. Так, и теперь, как видите, порча. Давай немножко подожду все-таки, чтобы утро настало. А потом уже пойдем в ту порчу. А, и, кстати, я еще могу кристалл маны использовать. Все, теперь у меня, как видите, больше маны. Ну, это для мага. Ну что, я думаю, уже, в принципе, нормально. Погнали сразу же в порчу, как опять темнеет. Не знаю почему. Видимо, порча такая темная. Наверное, так я назову ролик. Темная порча. Или ужасная порча, не знаю. Так. Оружие есть. Пушка есть. Ням-ням. О боже, какой ням-ням. Кушать есть. Так, а теперь. Осталось только надеяться на то, что я все-таки пройду через эту дурацкую порчу. Вы, наверное, думаете, зачем я это делал? А мне просто. Так. А, у меня же есть, ребята, крюк. Крюк тоже есть. Вот видите, как я подготовлен к этому всему. Так, и если даже упаду, в принципе, есть шанс выжить. И у меня есть еще имбовые зельки. Так, так, так. Осталось только скилла набраться. Оп. Так, уходите, твари. Все. Даже если они меня скинут с 10 этажа, я все равно... Я живу? Боже, я все равно смогу выжить. Только посмотрите, где я нахожусь. Надеюсь, я сейчас выйду из этой ситуации. Смотрите сейчас, как я выберусь. Хопа! Теперь еще раз. Оп, аккуратнее все-таки нужно. Хоп, хоп. Правила безопасности в первую. Оп, 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 оп. Так, уходите, твари.
Пожалуйста, уходи, не нужно меня бить. Я вообще вам ничего плохого сделал. Не сделал, точнее. Все, теперь идем дальше. Главное сейчас опять не упасть. Это будет, конечно, полная жесть, если я опять упаду. Уходите. Так, опять пьем зелье супер имбовое. Восстанавливаемся и идем дальше. Вот это я, конечно, подготовился. Ну все, ребят. Теперь девиз моей игры в Террарии будет таков. Подготовься, а потом уже делай, что хочешь. Главное подготовиться. Все, ребята, дальше я уже не проходил. Так. Хоп, аккуратненько делаем. Прыгаем. Бьем этих тварей. И идем дальше. Так. Капец, это порча. Блин, столько идти нужно долго. Так. Ну, получай сигнальные ракеты. А, смотри, эта ракета поджигает их. Конечно, урон не такой мощный, но поджигает. Так. Нет. У меня мало хп. Пожалуйста. Зелья у меня закончились. Нет. Я должен сделать это, ребят. Идем быстрее. А, опять эта тварь, сдохни. Все, я опять восстановился. Так, используем крюк. Так, не забираемся, но окей, ничего страшного. Сюда ставим блок. Боже, как же неудобно играть. Еще, блин, озвучу сразу же. Все, прыгаем. Наконец-то, ребят. Я прошел через эту порчу. И дальше у нас зимняя локация. Фуф. Цель, ребята, сегодняшнего ролика достигнута. Ах ты тварь, с самого начала меня преследовала. Все, ребята, на этом будем, наверное, заканчивать. Как говорится, никогда не сдавайся. А, кстати, я ботинки забыл надеть. Так, все, одеваем. Да, зря я, конечно, так делал. Ладно, дальше у нас зимняя локация. Следующий, ребята, будет... Следующий ролик будет по зимней локации, поэтому дальше не идем. Спасибо большое за просмотр, вы были на канале CornerStick, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Уже вышел бета-плейлист с прохождением Террарии. Заходите, смотрите прошлые ролики, новые ролики, если они выйдут, конечно. Всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, не болейте, всем пока.